Осев вдруг в тишине постучалась в двери. Неужель, верю и не верю, падал снег, плыл рассвет. Ой, тихо, не падать. Упадет. Блин, не могу даже спить нормально. Осень моросила, сколько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой, ради этой встречи с тобой. Та-ра-та-та, плыл по волнам. Так, короче, надо уже выкидывать цветы. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Эх, не напрасно было. Девочки, дарю вам лепестки роз. Давайте. Вот так вот. Тыщ. Так вот. Да. Всем еще раз здрасте. Здрасте. Забыл покрасить инкал на пиратской жизни. Помешли. Так, девочки и мальчики. Я сегодня встала. Сейчас камера включала. Я смотрела, она не включается. Раз не включается, два не включается. Поменяла батарейку. Думала, что батарейка все села. Хотя вчера менялась вечером. В итоге оказалось, что батарейка села. Так вот. Все, цветы финиталя. Недолго они стояли. Ну ладно. Что ж с ним поделаешь-то? Ничего. Так, у нас сегодня еще один прекрасный день. Один из последних. Девочки, скоро заканчиваются. Я уже даже как-то, знаете, привыкла тут. Прям вообще обжилась. А тут уже скоро и уезжать. Как так? Кушаем борщ. У меня там рыба есть, у меня там это есть, у меня там то есть. Короче, я сделала бутерброды с рыбой и сделала бутерброды с ветчиной. Да, и чуть-чуть супчика горяченького. Хочу что-то горяченького. Хотя у нас сегодня вечером должны быть шашлыки. Мы же сегодня мариновали. Сколько шашлыков тут? Нас вечером ждут. А вечером. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Делать нечего. Просто надо позже доедать. А то он испортится. Испортится. Вот. Вечером. Ням-ням-ням-ням-ням. Какой борщ. Да-да-да. Слушайте, сколько возбуждения по поводу, знаете, моей половой жизни вообще. Как плохо у женщин, понимаешь ли, у наших со всякого рода жизнью, так сказать, половой. Я прям удивлена. Девочки, слушайте, мне постоянно пишут, муж у меня сякой, да он мне цветы, да он мне подарки, да он прям самый идеальный, там, туда-сюда, знаете. Легко быть с идеальным мужем, который дарит тебе цветы и подарки. Но если нету кекса, никакие отношения, понимаете ли, они не остаются идеальными. Вот так вот. А судя по комментариям, которые... Ой, фу. Там мне какая-то бабулька пишет, это на Дзене сейчас зашла. Вот она пишет, ой, как тебе не стыдно? Ой, про такие вещи говорить. Я пишу, ну я чувствую, в вашей жизни уже давно такого нету. Раз вы так это реагируете, это... Угу. Она такая, оскорбилась, как вы можете? Да-да-да. Я все могу, я все хочу. В общем, смешно. Девочки, я вам уже говорила, чтобы жить долго и счастливо, заводите себе хорошего мужика. Тогда жизнь ваша заиграет яркими красками. Так. Так. Не напрасно было. Сколько лет? Так что у меня не включается? У меня ничего не включается. Сколько лет? Где тебя носила? Так, совпадилка у меня нормально. Можно сейчас.
скушать. Да, есть. Надо все доедать потихоньку. Надо все доедать. Надо все доедать. И вы знаете, как интересно, знаете, вот читаешь, вот реально, вот у кого чего болит, тот о том и говорит. Да? Вот реально, вот у кого проблемы есть определенные, те и возмущаются. Так смешно. Как много у нас людей на самом деле проблемами разнообразными. Мне прям даже жалко. Становится. Хотя нет, не жалко. Да-да-да. Сколько лет, где тебя носила? Сладенько. Сладенько, вкусненько. Попарик, слышишь? А ты что там? Не знаю, ты в последнее время сладости уже не готовишь. А мне еще не хочется. Уже как это прижрались. Сколько лет? Так, курица осталась, это кекс. Немного борща. Угу. Я хочу это сегодня курицу. Сейчас пойдем, наверное, на массаж сходим. Хочу курицу отнести собакам. Она там вообще не тронутая, так сказать. Вот, надо ее собачке отнести. Здесь все сколько ходит. Бегает куча. Куча собак. Что? По пути кого-нибудь достретим. Вот такие дела. Вот такие пироги. Чуть сейчас валялась, так не хотела вставать. Вовку обняла. На пузике его полежала. Такой кайф. Знаете, прям кайфую. Так приятно, когда есть кому-нибудь, знаете, есть тот человек, с кем можно все обсудить, поговорить, не знаю, поплакаться, просто уткнуться в плечо. На самом деле так здорово. Вообще. Поверьте, никакие кошки, никакие собаки, даже дети не заменят близкого человека рядом. Никогда. К сожалению, так оно и есть. Так, вот сейчас сделаю красивенько. Хочу, чтобы было красивенько. Вот это, по-моему, они не очень хорошие. Вроде вот лежал-лежал, я думала, они сейчас это созреют. А нифига они не созрели. Только сгнили. Бяк. Ну вот этот хотя бы нормальный. Вот фрукты, знаете, вот некоторые берешь, они вроде нормальные, а потом что-то они вот тебе разочаровывают. Не дошло. Не дошло. Бяк. Вот это вроде нормально. Одна единственная. Вот вроде и в тепле держал, и все. Все равно не дозрела, все равно не хочет. Так, что у меня здесь еще вкусного есть? Так, ладно. Хватит вкусного. Так, Вовке тогда два вот таких вот десертика, а мне один вот этот. Мне очень приятно. Все, денег нету, деньги кончились. Да что-то мы, знаете, сейчас все это, общаемся с ребятами, как-то все забили вообще на жизнь. Все там, в магазины не ходим, ничего не покупаем. На массаж забили. Говорю, так, нет, сегодня мы обязательно массаж, а потом уже к вам. Потому что, я говорю, тоже последние денечки остаются. Хочется все-таки, знаете, побыть тоже где-то покупаться. Завтра, наверное, кстати, на кулан сгоняем. Надо на кулан. Я хочу успеть накупаться, разгораться. Ну, загораться я, в принципе, особо не люблю. Мне это не мое. Дети, знаете, это не мое. Да, папа. Так, у меня здесь хлебушек был. Поставлю. Сколько лет, где тебя носила? Вообще, время, конечно, летит вообще незаметно. Ой, а вроде думаешь раз и все, и время пролетело, понимаете, незаметно. Время, оно улетит незаметно. Дни просто как вот так
летает. Так. Что я хотела. Так, яйца у нас есть, если что. У нас есть рыба, ветчина, сосиски. Чтобы он хотел сосиска. Сейчас поклеим тогда сосиски и бутерброды с рыбкой. Вот. Он говорит, прям так их погрей. Я говорю, так. Все надрежу тут. Как, кстати, тайцы делают в этом, в 7-Eleven. Они просто вот здесь подрезают и все. И все, и прям так отправляют в микроволновку. Сейчас бросим. Погреем. Чай пора уже помыть. Так что он у меня уже не очень хороший. Вот не знаю. Вот вроде чайник, в принципе, неплохой. Постоянно его моешь, постоянно какая-то накипь. То ли от воды такой, то ли чего. Не знаю, я в дому заметила, вот-вот заказываем, у нас вода вообще нормальная. Накипи вообще практически не образовываются. А тут два-три дня и все. И приходит чай кончить. Ой, столько ханжей у нас, оказывается, вообще. Не, причем, знаете, ханжей-то в возрасте. Реально. То есть я не видела от молодого поколения какого-то осуждения в мой адрес, да? Вообще. А у взрослого поколения, знаете, это вот из разряда. В России секса не было. В Советском Союзе секса не было. Было еще как. Вот, был. Дети-то рождались откуда-то, понимаете? Ой, фу, позор! Это, знаете, вот люди из разряда, знаете, раз в месяц и под одеялом. В классической позе. И все. А столько всего приятного есть. Ну, я вам не буду рассказывать, а то вы опять беситься начнете. Не знаю, я всегда спокойно относилась. Всегда любила. Да. Всегда любила и была любима. Вот так вот. Мне нравится, знаете, это блогер Элла. Она делает обзоры. Это когда она про своих мужиков рассказывает, что там все беснуются. Женщина достаточно взрослая. Вот Элла Эмили. Зайдите посмотреть. И вот она рассказывает про своих мужиков. Так там прям в комментариях прям вообще. Прям человек совершенно нормальный. Человек, да. Она еще молода, красива. Почему бы и нет? А столько ханжей выскальзывает. Ой, вообще. Причем всем это интересно. Понимаете, что удивительно? Каждый свой нос готов сунуть. Это как, знаете, вот этот вот принцип. Вот соседи, да, живут. А вот, и она, как это, то стоны, ахи, охи, там, за дверью, да? За стеной, вот, либо там кто-нибудь ругается, там, или еще что-то. Это человеческое, так называемое, любопытство, вот. Да, я играю на человеческом любопытстве, на интересе, на, так сказать, человеческой зависти, да, тоже играю. То есть, знаете, и каждый пытается сказать, нет, у тебя этого нету, ты все врешь. Господи, знаете, девочки, если бы можно было, я бы показала бы, но я не могу, к сожалению. Так, все, сосиски погрелись, все так оставим. Он говорит, не могу, не буду. Чуть меня греет, не греется почти. Все. Вот. Это, знаете ли, 18+. Это 18+. Пускай ваша фантазия с вами играет. Да. А я буду жить прекрасной жизнью. Сегодня мы поедем на шашлыки, которые вчера намариновали. Накупаемся в бассейне. Вкусненько покушаем, выпьем, пообщаемся с прекрасными людьми. Сделаю себе массаж. Классненький. В общем, буду жить полной жизнью. А вы можете дальше прилипнуть к экрану,
наблюдать за нашей жизнью и говорить, что мы живем неправильно. Пока вы там говорите нам, что мы живем неправильно, мы в это время живем, а не существуем. Вот так вот. И в полном смысле этого слова. Вот так вот. Так что, знаете, кто дурак-то, ничего не понятно. Надо еще разобраться. Сейчас красные рыбки поедим. Вкусные красные рыбки. Да-да-да. Нет, кстати, мне вот вообще понравился вот этот вот лососик. Это мы тогда в магазине покупали, сямбурик, как это называется, да? А вот и там вот такая вот рыбка вкусненькая. Обалденно. Вот она. Это копчененько. Под пиво это просто вообще пушка. Это вкуснейшая рыба. Надо, кстати, доесть ее пивом. Кстати, вот приеду, надо будет заказать и корки. Хочу и коробки. И, блин, рыба вкусная, ребят. Точно. Надо будет сходить. Соскучилась я по хорошей рыбке и корочку. Здесь, к сожалению, такого нету. А вот там вот есть. В России. Я соскучилась по России, матушке. Да-да-да. Нет, здесь хорошо. Но, пардон, увы, ах, здесь не то, к чему я привыкла. Нет, конечно, если бы я здесь прожила там год, два, три, мне некуда было бы вернуться. Понятное дело, что, конечно, я бы и здесь бы прижилась и так далее. Но, слава богу, мне всегда есть куда вернуться. У меня есть прекрасный дом, прекрасная квартира, которую я обустраиваю с любовью. Вот, я буду туда возвращаться всегда. Всегда буду. Мне уже так задрали эти шкафы, если вы не представляете. Никогда так и делать себе не буду. Даже когда я сделаю ремонт, хорош, а я его сделаю рано или поздно, я все-таки сподоблюсь. Кухня – это практически единственное место, где у нас осталось делать ремонт. А вот. И такие шкафы я не буду делать. Конечно, да, вот все познается в сравнении. Вроде кажется, знаете, все прикольно-прикольно, а на самом деле, ну, такое себе. Ну, такое себе. Так, бутерброды с рыбкой. Тыщ. Может, огурчик, кстати, еще покушать? Вот, давайте я огурчик еще порежу. Чтоб прикусочку. Вот у меня здесь на салат все есть. Тут есть все, что хочешь. Ой. Дома почти не появляемся, ничего не едим. Где тебя носила? Вовусик, сейчас кушать идем. Пойдем. Я так рада, что у меня есть о ком заботиться. Это здорово. Это здорово. Я люблю тебя. Это здорово. Я так бабочку положу просто. Не буду резать. Все тут накрашивать, украшивать. Прикуску тоже вкуснее. Так, борщик у меня греется. Борщец. Ой, дома, конечно, тоже заботы, готовка, уборка. Я даже не знаю, что там за 3 месяца у меня там случилось. Нет, Даша вроде ездила, смотрела, вроде все нормально. Но, конечно, да. 3 месяца там пылище. Жесть. Так, все, чайник поставила. Ну ничего, разгребем. Машина тоже надо будет заниматься. Аккумулятор там и прочее. Аккумулятор. Аккумулятор. Оп. Все. Живу своей жизнью, радуюсь каждому дню. У меня прекрасные друзья. Прекрасные подписчики. Кстати, очень многие мне сейчас пишут в приват. Поддерживают, пишут слова поддержки, знаете, говорят, что мы молодцы. Вот, огромное спасибо. Мне сегодня такая прикольная девушка написала. Знаете, такая прям молодая, красивая. Тоже, кстати, блогер. Вот, не буду называть.
прям, знаете, она такая вся на спорте, такая прям вся подтянутая. Вот боями без правил, как я прям занимаюсь. Вообще, прям красотка. Спасибо большое. Спасибо. А знаете, как делать вот так? В общем, зрителей у меня на самом деле очень много хороших. На всяких редисках я не хочу обращать внимание. Потому что они, ну, они не стоят моего времени, да. Так что всем хорошим зрителям, кто нас любит, кто нас поддерживает, кто нас каждый день смотрит, я хочу сказать огромное-огромное человеческое спасибо, что вы каждый день с нами, что вы с нами в болезни и в здравии, в богатстве и в бедности, когда у нас все хорошо и когда у нас все плохо. Понимаете? Но в любом случае мы продолжаем с вами жить, наслаждаемся каждым днем. Всем хорошего настроения, любви, здоровья, счастья, позитива. Увидимся. Пока-пока!